Весь Красноярский край с 2006 года ежегодно принимает участие во всероссийской акции «Лыжня России». Организатором лыжного праздника в Курагинском районе стал Центр здорового образа жизни. Главная лыжная гонка страны объединила 16 февраля на центральном стадионе районного центра и курагинцев. Конечно, прежде всего это молодежь и дети стали участниками праздника, но были среди них и люди со стажем. Постоянно я участвую в этих соревнованиях, и вот эти нравятся мне, это лыжи. Вот на стадионе вот все это для этого сделано. Юрий, как опытный лыжник, желает молодым заниматься спортом. Ой, нужны обязательно. Вот чем за компьютером сидеть, это все время вот лишний вес не растет. Надо все время двигаешься, не болеешь. Это ж большой прогресс для здоровья. Это просто никак. Спору не надо вбегать. Внимание! Я участвую со своими детьми каждый год. Это наша традиция зимняя. Мы очень ждем этого праздника. Также приглашаю всегда к участию своих детей. Естественно, нужны такие мероприятия. Они сплочают, дарят хороший заряд бодрости. Ну, для здоровья, естественно, это очень полезно. Но я считаю, что важнее еще получить эмоции. И победа не главное, главное участие. Остальные, там сколько, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 20, в гору. Остальные без горы. Победы распределялись в возрастных категориях у детей, мужчин и женщин. Победителями стали Ксения Шульмина, Валерий Кочетов, Марина Козлова, Виктор Степанов, Даяна Иванец, Алексей Кожемяченко, Ольга Менгерт, Сергей Трифонов, Михаил Демидов, Алексей Кононов, Юрий Кононов, Ольга Грищенко, Алена Пешеходенко, Роман Масюк. Главная задача этого спортивного праздника – показать доступность зимнего вида спорта, пользу активного и здорового образа жизни, организацию досуга в зимнее время. 17 февраля в поселке Большая Ирба состоялись районные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся школьной спортивной лиги на призы Олега Жильцова. Среди учащихся 2005-2006 годов рождения первое место заняли краснокаменцы, второе место у Емельской школы, третье место у Марининской.